привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот тележка. Тележка, ну, ее называют складская, на складах ее используют. Но в данном случае эта тележка будет использована у нас на пасеке для перевозки ульев, а также она будет использована для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, ну, в нашем хозяйстве, так скажем. Вот. Эта тележка была изготовлена вот этими руками. Сейчас я все подробненько расскажу, из чего, как, размеры и как это все делалось. Поехали! Давно я уже хотел такую изготовить и, в общем, изготовил. Итак, материал. Профильная труба 20x40. В основном это сама рама. Затем труба круглая, диаметром 20 мм. Ну и пластиковые заглушки. Вот здесь они стоят на ручках. Ну и сверху. Покрашено это молотковой краской. Цвет бронза. Колеса полиуретановые. Вот такие вот. Теперь размеры. Размеры у нас такие. В общем, от нижней платформы до верхней платформы получается 1,25 м. Размер индивидуальный, потому что я делал под свой рост, под свои нужды. Нижняя платформа, вылет отсюда до сюда 50 сантиметров. Ну и ширина тоже 50 сантиметров получается. Ну это как раз я делал для того, чтобы улей как раз хорошо вставал сюда, без всяких проблем. И можно было перевозить также магазины на отставке, ящики какие-то с картошкой даже можно перевезти, в принципе, загрузить. Грузоподъемность я не измерял, потому что пока нечем измерять. Но, судя по качеству изготовления, тележка может выдержать не менее 250 килограмм. Можно, конечно, и больше, но я боюсь, что вот эти колеса могут, они не рассчитаны на такой вес, поэтому сам металл он выдержит нагрузку, а колеса могут не выдержать. Так что вот такая вот ситуация. Хотя, может, и выдержит, я не знаю. Ну, нам такие веса не возить, такой вес не возить. На этой тележке она будет использована, в общем-то, для пасеки. Ну и где-то, может, нужно будет перевести какие-то крупногабаритные предметы, грузы. Ну, например, холодильник тот же можно перевести смело. Сюда ставишь, перевозишь холодильник. Это вообще без проблем. Какие-то ящики можно тут с картошкой перевести, мешки можно тут положить, раз, два, три, четыре, пять мешков, пять примерно можно положить и смело увезти. Вот, все зависит уже от вместимости, а тут вместимость, в принципе, можно. Можно бревна перевозить, поперек накладываешь, сколько тоже влезет их. Трубы какие-то различные, бочки. В общем, все на ней можно перевозить. И очень удобно. Вес самой тележки около 15 килограмм. Ну, вся тележка, я ее взвесил, она у меня получилась около 15, там 4600, 4700 где-то примерно. Но, по сути, ее на себе-то не таскать. Ее надо толкать или тащить, наоборот. Ну, она легкая, вообще легкая. То есть, вот на колесиках катить ее, она вообще... Ее даже ребенок может смело катить. У нас вот те тележки, другие, они и то потяжелее даже. Итак, здесь у нас заглушки стоят. Вот, в этом месте. А вот здесь я уже приварил обычные пятачки металлические для того, чтобы... Потому что заглушки здесь не будут держаться. Ну, потому что здесь такое место, где... Где-то в землю уперся, где-то грузом что-то подцепил. Заглушка, она просто вылетит, она не будет долго здесь держаться. Вот. А здесь заглушки, они как раз имеют место. Вот, поэтому телегу можно как вот так вот поставить. Ну, где-то, если что-то, допустим, нагрузил сюда мешки, наложил мешков, раз, два, три, четыре, поднял и поехал. Вот так вот. Удобно. Ось эта труба 20 мм диаметром. Колеса тоже диаметром 20 мм внутренний. Все стоит на шплинтах. Зафиксировано. Никуда не денется. Здесь упорная шайба тоже приварена. Здесь косыночки приварены с этой стороны. Поперечина здесь
такая вот. Ну и тут, в общем, вес хороший. Здесь сделаны подкрылки для того, чтобы, если, допустим, мешок на грудь положить здесь и перевозить, чтобы мешок он не свисал на колеса и не задевал их. Потом подкрылки, они нужны здесь. Это не для грязи, это для того, чтобы груз он не задевал колеса. В общем, защита. Если что-то прямое, там оно как бы не будет касаться. А если вот мешок положить, мешок он будет здесь свисать с той стороны и на колеса как раз будет. Вот это плохо. Поэтому подкрылки для этих целей сделаны. Вот, тестирование будет у нас уже весной, потому что сейчас нечего перевозить. Сейчас кругом снег и ничего нигде не перевезешь. Все у нас под снегом. Вот. Ну и весной следите за каналом, будете смотреть, как она будет, поведет себя в работе. Также короткий видеоролик у нас в группе «Деревенская пасека» в ВК, ВКонтакте. Там же фотографии можно и короткие клипы можно увидеть. Описание, там размеры все указано, кто там есть. В «Одноклассниках» тоже есть фотографии. Ну, там небольшая информация. В основном в нашей группе ВК «Деревенская пасека». Не знаю, как ее назвать. Может, как-нибудь ее обозвать. Придумайте название в комментарии, как ее можно назвать. Какое имя ей дать. Обычно имена какие-то дают, название. У меня вот эта безымянная тележка. Так что жду ваших комментариев внизу с вашими вариантами названий вот такой вот тележки для хозяйственных и пасечных работ. Тележка маневренная, удобная, но с грузом, конечно, так не будешь крутиться вокруг своей оси, но тем не менее удобно развернулся. На одном месте развернулся и поехал. Куда надо.